видишь ручку. Носик. Попка. Я все хорошее кладу на нос. Все плохое на попку. Я лидер, ты мир. Я начинаю крутить эту ручку. И вот она остановилась. Все хорошее кому повернуто? Ко мне. Все плохое? К тебе. Я делаю все хорошее для тебя в ущерб себе. Долго я так выдержу? В какой-то момент у меня лопнет терпение, скажу, знаете что, пошли к бабе. Что я делаю? Смотри, я разворачиваю. Теперь все плохое тебе, все хорошее мне. И в этот момент такие, мы всегда знали, что ты конченый. Мы всегда знали, что ты тварь, эгоист. Нет, 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 пожалуйста, не надо, не надо. Я начинаю разворачивать эту ручку. Вот, другое дело. Вот молодец, вот можешь же, когда хочешь. И опять в ущерб себе. Сколько раз я буду крутить эту ручку? Это будет до бесконечности. Я это называю ловушка дьявола. И я всю жизнь буду делать все для того, чтобы казаться хорошим. Это причина, по которой люди не могут сказать «нет». Да. Они не хотят казаться плохими. А где найти этот баланс между хорошим и плохим? Ты берешь эту ручку, Таня, и выкидываешь. И говоришь «я не плохой и не хороший».